Добрый. Иван Путевич, здравствуйте. Центр управления по образцу брата. Я вас уведомляю о том, что 19 февраля 2020 года в отношении вас Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также Федеральной службы исполнения наказаний принято решение о нежелательности вашего пребывания в Российской Федерации. Соответственно, статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 года о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. В связи с чем вы обязаны выехать из Российской Федерации. На основании данных распоряжений, то есть начальником МВД России по Владимирской области, принято решение о депортации вас за пределы Российской Федерации. Следовательно, решение депортации исполняется путем вашего пересечения государственной границы. То есть я вас обязан припроводить на государственную границу и вывести вас за пределы Российской Федерации. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года о порядке выезда Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию в случае, если в отношении иностранного гражданина лица без гражданства было принято решение нежелательности пребывания, въезд ему в Российскую Федерацию не разрешается. То есть с момента исполнения решения о депортации в отношении вас, въезд в Российскую Федерацию вам будет закрыт по жизни. Соответственно, вот вы... Да. На 8 лет. Будет пожизненно закрыт. То есть распоряжением о нежелательности пребывания, которое принято Министерством внутренних дел, нежелательность пребывания у вас до отмены этого решения будет пожизненно. Это распоряжение, у вас два распоряжения нежелательности пребывания. Другое получил, я не буду это расписываться. Не согласен. Ну вот смотрите, я вам покажу. Я понял. Вы, наверное, получили вот это, правильно? Я вам сейчас покажу. Вот есть такое решение о нежелательности пребывания. То есть подписывает заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник Ванечкин. А есть еще нежелательность пребывания. Федеральная служба исполнения наказаний. Сейчас, вот здесь она, наверное. Вот такое вы расписываете, правильно? Наверное, не знаю. Вот. У вас два распоряжения нежелательности. Вот, до погашения судимости это такое. То есть два распоряжения нежелательности пребывания в отношении вас. Будете расписывать? Нет. Отказываться расписываться, соответственно.